И мы продолжаем. Католическую монахиню мать Терезу причислили к лику святых. У нас есть прямая трансляция церемонии, торжественной церемонии мессы на площади Святого Петра в Ватикане. Вот сейчас она на ваших экранах, возглавляет ее Папа Римский Франциск. На службу съехались около 100 тысяч верующих, в том числе главы некоторых государств и правительств. В Ватикан также прибыли около 600 журналистов из разных стран мира. Но мать Тереза — это основательница женской монашеской конгрегации «Сестры-миссионерки любви». Она скончалась в Калькутте 5 сентября 1997 года. Ей было 87 лет. Così anch'io vado incontro a lui e mi chino su quanti hanno perso la fede. А вот это уже трансляция из Калькутты. Там тоже, видите, жители собрались для того, чтобы посмотреть на церемонию причисления матери Терезы к лику святых, которая, я напомню, проходит в Ватикане. Видите, даже отсюда видно, вот Папа Римский сейчас зачитывает слова церемониальные, а это вот уже Ватикан как раз-таки. Народу очень много, это понятно, тем более, что площадь перед собором Святого Петра не такая большая, не так много людей она вмещает, и она вот на таких событиях, конечно, заполнена буквально до отказа, несмотря на жару, которая сейчас там, жители все равно пришли, кто с зонтиками, кто с веерами. И вот одновременно в Калькутте также люди пришли, чтобы увидеть эту церемонию.